Привет всем! Начинаю свой новый влог вот с такой вот красоты. Это тюльпанчики я привезла от мамы. Вот они стоят уже у нас с воскресенья. Вот такие вот красивые. Сейчас я меняю воду. И что я делаю? Я снимаю вот нижний листочек, если он есть. Вот тут, например, нету. И немного вот так вот на пару сантиметров обрезаю и ставлю обратно в вазу. Вот такая вот красота у нас стоит. Я сейчас ставлю фотографию, как он выглядел тогда, когда я его только поставила в вазу. Вот и такой вот сейчас. Я надеюсь, что еще пару дней эти цветочки будут нас радовать. Такая красота. Дома совсем другая атмосфера. Смотришь на них, поднимается настроение такое весеннее. Скоро 1 мая. Класс. Напишите в комментариях, любите ли вы живые цветы. Я люблю. Всем доброе утро. Это уже второй день. Вчера больше ничего не снимала. Не было ничего интересного. Вот сейчас утро у нас. Еще 8 часов нету. Встали, дети позавтракали. Я сделала зарядку. Вот. Сегодня особо так дел не будет. Хочу заняться собой, приводить себя в порядок. Вот. Ногти, кожа, волосы, короче. У меня сегодня будет полный комплекс. Ну, по крайней мере, я так планирую себе. Вот. Сейчас Кирюша рисует, Костя учит уроки. Вот тут сидит. Поздоровайся. Привет. Доучивает то, что вчера еще не успел. Устные. Обычно мы успеваем, но... Вчера сделали только письменное задание, устное уже оставили на утро. Так что так, Кирюша, вон он. Кирилл, поздоровайся. Так что так, цветочки у нас все стоят. Вон. Так что вот так вот. Ну будет, если что-то интересное, обязательно буду снимать для вас. Сказала вам, что ничего сегодня не буду делать. Ну, что-то у меня сегодня приступ Золушки какой-то. Я пошла, помыла все общие коридоры, кухню. Мы живем в коммуналке. Вот, и как бы у нас специального графика такого нету по уборке. Вот, у кого есть совесть, тот моет. Вот, сегодня совесть проснулась у меня. Но у нас соседи такие нормальные. Я помыла, помыла, не помыла, кто-нибудь другой за меня помоет. Вот. Вот так вымыла полы везде. Навела порядок. Вот. Теперь уже можно заняться и собой. Что-то на меня сегодня нашло. Думаю, пора бы уже прибраться. Я давно, если честно, не убирала. Месяц, наверное, или больше. Вот. Так что так. Но никто меня за это не похвалит. То, что я убрала. Все промолчат. Вот. Так что такие вот дела. Что я сейчас буду делать? Сейчас, наверное, все-таки займусь собой уже. Сейчас покажу, какая у нас погода. Переключусь на другую камеру. Такая вот у нас красота. Зелень, солнышко светит. Сейчас около 20 градусов. Где-то градусов 19, наверное. Вот. Но это утро, сейчас скажу, сколько. 9 утра сейчас. Все зеленое у нас, там цветочки цветут. Не видно тоже клумба под окном. Вот. Так что вот так вот. У меня зацвела герань. Долго я этого ждала. Кто смотрел меня, видели, что у меня вот этот был букетик. И большой куст, такой старая уже герань. Старая не цветет. Вот это вот зацвела. И я еще посадила вот тут две веточки. Думаю, что она тоже зацветет. Вообще попросила мужа. Если честно, подсмотрела у соседей. У нас вот, если в окно смотреть отсюда, то на третьем этаже такие, не знаю, как называется, подставка такая для цветов за окном на улице. И в ней растут розы, цветут красиво, герань. Я вот мужа попросила на то окно, на второе, на наше. Ну, может быть, и на это даже можно сделать. Такую же штуку, туда герань поставить, еще какие-нибудь цветы. Можно, чтобы все лето они там
стояли. Все-таки говорят, герани лучше в земле расти, чем в горшке. Вот. И на улице. Тогда она цвести будет попышней. Вот такие вот красивые цветочки, нежно-розового цвета. Класс. Вот здесь у нас салат растет. Тут укроп что-то никак не вылезет. Там я опять посеяла базилик, нам понравился. Вот это я... Ой, веревочки. Вот и здесь воткнула два листика. Надеюсь, что что-то вырастет. У меня уже был опыт, я выращивала, маме подарила. И Карине, по-моему, тоже дарила отросток. Карина, тебе привет, если смотришь меня. Вот. И решила, чтобы здесь было попышнее, думаю, вылезет еще. Конечно, процесс это не быстрый, месяца 3-4 займет, но вот так вот. Так что такие вот у меня цветочки, такая у нас солнечная погода классная. Вот. Сегодня, наверное, выйдем гулять вечером. У нас во дворе какое-то собрание там будет, общедомовое. Пойти хоть послушать, про что там будут говорить. Вот, и заодно выйду с детьми на площадку, погуляю, в магазин там сходим. Так что вот так вот. Оставайтесь с нами. Ой, ребята, никак не могу надышаться свежим воздухом. Открыла окно. Сетку поставила, чтобы не залетали букашки всякие. Цветочки тут мои дышат. Такая классная погода вообще. Прям лето. Поставила свой салат туда на улицу. На подоконник, на этот, на отлив. Надеюсь, что не упадет. Все-таки пятый этаж. На голову кому-нибудь. Но я уже третий день вот так выставляю его, пока солнце светит, чтобы он быстрее подрос уже. Также сижу, наслаждаюсь погодой такой. Стирка стирает у меня. Все, больше так ничего особо не буду делать. Что-нибудь по-быстренькому кушать придумаю, приготовлю и все. Так, стирку только буду стирать, 2 или 3 стирки даже сегодня будет. Что такие вот дела. Птички летают. Класс. Уже скоро лето. Сегодня 26 апреля уже. Сейчас майские праздники пролетят и все. Уже будет лето. Скорее бы уже. Вышли с Кириллом гулять. Здесь такое красивое дерево. И пахнет вообще медом. Пошли. Кирилл тут на самокате. Вот. Вышли погулять. Костя еще со школы не пришел. Сейчас прогуляемся по улице, потом будем ждать его во дворе. Вот еще одно дерево, гляньте, все белое. Сейчас будем фоткаться тут с Кириллом.